В весенних стартах на воде участвуют ребята от 10 до 13 лет. Традиционно приезжают и пловцы из краевой столицы. Всего участников первенства города по плаванию около 300 человек. Программа соревнований рассчитана на 2 дня. Это разные виды. Брасом, кролем по 50 и 100 метров, 50 и 100 метров на спине, 100 метров и 200 метров – комплексное плавание. Каждый участник имеет право принимать в 3 дистанциях. Но комплексное плавание только или 100 метров, или 200 метров комплексное плавание. Не каждый ребенок может освоить эту дистанцию. Смена способов – это смена движений. Это сложно некоторым детям. А те, которые более способные детки, они справляются с этой дистанцией. Вот. За эту дистанцию будет определенный приз, медаль и грамота.